Знаешь, где качаются эти, начинают качаться? Ну, не начинают там эти... Ну, где мы... Это я качался, начинался, помнишь? Зима. Угу. Видишь, там внизу такой телепорт из Сорров. Эмбрау, как-то так. Мы там все телепорты. Ну, идешь, ты нашел этот телепорт? Ну, тут столько телепортов, где я тебя такого найду точно? А давай ты, я тебе буду смотреть по трансляции, говорить куда, вправо, влево. Beer, ale, wine, food, dancers. Так, трансляция. Так, сейчас. Так, стоп. Стоп, Кенович. Ниже, вот, вниз, мышку вниз. Так. Ниже мышку. Видишь, там есть такой дверь внизу такая. Ниже. Вот, видишь дверь там, да, увидел? Вот, да, го туда. Так. Ладно, стоим подземелье. Интересно. Да, опять ничего не поймем. Ничего, подохнем, не подохнем, а игроки там будут опять что-то делать. Я вообще не понимаю, что за они через стенку-то они бьют как-то. Непонятно. Спокойно, только спокойно, чувак. Чувак, только спокойно. Черт, я меч выкинул нечаянно хороший. Мама. Что я наделал? Ну что, там есть поиск тоже? Есть. Ну, гол, значит. Уже поставил. Не знаю, Кино, чем тут скучно. Может быть, с заданиями, да, скучно, я могу сказать. Но это прокачаться там недолго, там месяц пойдет, уже даже быстро можно до 80-го прокачаться. Если вдвоем качаться, то пью. Короче, кинешь дальше гол. А, там еще это самое, не собрались люди. Почему у меня... Почему-то у меня... Красная, у меня же вроде 80-е. Ниже, ну да. Короче, не важно. О, один есть уже. Кену, я просто не знаю. Ладно, Кенович, все, я писать ничего не буду. Короче, уже заходить, нет? Нет еще.
Ты на каком-то другом экране, что ли, пишешь? Да нет. Кинуш, все, успокойся, короче, не надо включать дурку. Так. На сколько время вообще? Так, время 20:07, да? По финскому времени. Почему тут финское время? Ну или по таллинскому, какая разница, не знаю. Просто по финскому времени говорят, если на Прибалтике. В Украине тоже одинаково. О боже. Не интересует. Короче, они долго будут там думать? Да не знаю. О, идут. Нет, это нет, не он, не они. С какими-то крыльями. Но, честно говоря, я больше всего жду Арчич. Она, наверное, поинтереснее будет. Как сам думаешь, Кеныч? Кеныч! Да, да, поинтереснее будет. Да, да, интереснее будет. Чем занимаешься там, а? Touch me, then the put me. Ах, да, тут же эти есть. Тунс-тунс-тунс. Кеныч, присоединяйся. А я не помню команду. Данс. Тунс-тунс-тунс. Тунс-тунс. Тунс-т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 унс. Это к нам или не к нам она идет? Кеныш, что за стриптиз ты там танцуешь? Кеныч, это к нам это? Так, как ее зовут? Нет, не к нам. Нетта. Вообще какая-то левая. Стриптиз. Кеныч, пойди за стриптизом. Тебя посмотреть, это вообще мне Warcraft напоминает. Мне кажется, ты вообще Джеки Чан, карате какое-то. Да. Нет, не эту тарелочку. Ну ты молодец. Я тут тоже. Ты вообще робота танцуешь, Кеныч? Чё за звуки ты там делаешь? Это не я. Я что ли? Это мой персонаж. Ау-ау-ау.
Что-то я вообще ничего не понимаю. Сколько тут ждать их? Кинж, это ты твои звуки, да? Я отойду, дорогие друзья. Дорогие друзья, знаете, что я подумал? Я думаю, закончим сегодня парт 2. Думаю, завтра продолжим, так как время... И у нас люди ушли из группы. В каком смысле? С какой группы? В подземелье. Ну ничего страшного, ребят. Мы здесь все равно останемся. В следующий раз появимся тут и продолжим. Может быть, сейчас нету людей или не хотят. Я не знаю. Ладно, посмотрим. Всем удачи и до следующего парт 3. Всем пока. Да, пока. Удачи и пока. Да, файлус.